Так само Петр Детмар сегодня встретился со старшиной Гомельского облвыканкама Владимиром Дворником. Говорка шла о поглублении двухбокового сотрудничества. Это европейская страна – важный экономический партнер Гомельского региона. У минулом году товарооборот помеж нашей областью и Германией перевысил 1 миллиард 100 миллионов долларов США. При этом гомельский экспорт склал амаль миллиард. Свою продукцию в Германию поставляли 108 предприятий у региона. Самые буйные – Беларуснафта, БМЗ, Речицкий Тизний завод, Світлогорськ хімволокно і інше. Німецький бізнес активно укладує інвестиції у економіку Гомельської області. У 2018 році вони перевисили 3 мільйони доларів.